Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин, и сегодня мы продолжаем знакомиться с точкой S3 Шаохай и ее огромнейшим влиянием для всего нашего с вами организма, здоровья и не только. Итак, сегодня мы знакомимся с тем, что точка S3 Шаохай имеет огромное влияние, прежде всего, на периферическую нервную систему, на спинной мозг, на головной мозг, и эти все три основных, скажем так, составляющие центральной нервной системы. То есть через точку S3 мы можем повлиять на всю центральную нервную систему. Также мы можем повлиять на головной мозг, на спинной мозг и на периферическую нервную систему. Остается, конечно же, что одно «но», как всегда. Прежде всего, нужно знать, в каком состоянии головной мозг, спинной мозг, периферическая нервная система и вообще центральная нервная система, то ли она воспалена, то ли она слабая, не выполняет свою функцию, а уж потом воздействует на точку S3 Шаохай. Это, конечно, желательно знать, в каком состоянии общий энергетический баланс, дабы не слепо воздействовать, простите за прямоту, не тупо воздействовать на точку. Через диагностику 12 меридианов это можно знать и смело воздействовать на точку. И она ответит вам взаимностью. Спасибо за внимание.